До повышения порога достаточности пенсионных накоплений осталось несколько недель. С 1 апреля начнут действовать новые правила. Сколько североказахстанцев уже сняли излишки своих сбережений и когда нужно подать заявку, чтобы уложиться в срок, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде. Закрыть вопрос с жильем, наконец, сделать дорогостоящую операцию или вложить средства в бизнес. Такими возможностями казахстанцы, которые накопили сверхпороговой достаточности, могли воспользоваться с начала прошлого года. В нашем регионе излишками своих пенсионных накоплений распорядились более 15 тысяч человек. Почти 88% из них средства со счетов направили на улучшение жилищных условий. В этот подпункт входит приобретение, строительство или же внесение первоначального взноса на получение заветных квадратных метров. Еще около 2000 североказахстанцев сняли сбережения на лечение. На эти цели из областного ЕНПФ перевели 1,5 миллиарда тенге. В целях лечения доступны следующие направления. Лечение орфанных заболеваний, стоматологические услуги, реконструктивные и восстановительные операции, пластические операции, радионуклидная, радиотерапия, радиохирургические лечения, протонная терапия, офтальмологические услуги. Небольшая цифра тех, кто решил свои сбережения направить в инвестиционное управление. Такой возможностью воспользовались 66 человек. Общая сумма перевода составила 40 миллиардов тенге. Казахстанцы могут распоряжаться своими сбережениями не только в личных целях. С пенсионными накоплениями они могут поделиться и с близкими родственниками. Тогда у последних появится больше средств на задуманные цели, строительство дома или, например, платеж ипотеки. Но стоит поторопиться, распоряжаться пенсионными накоплениями еще по прежним порогам достаточности осталось пару недель. Займет около 5 рабочих дней и рассмотрение документов вкладчика. Оставить заявку для снятия излишек сбережения можно на сайте ЕНПФ от pasy.kz. Использовать полученные средства необходимо в течение 20 дней. Жанель Бисимбаева, Казбек Арыкбаев. Итоги дня.